Итак, всем привет, я стал. Сегодня мы продолжаем проходить, что правильно, первый Fallout. А именно, мы дошли до куда-то, не пойми, но мы почти что нашли водяной чип. Кто помнит, я прям сразу почти, я даже не слазил с кресла. Прям вот сразу же и продолжаем. Минус 2% есть. Бегите! Бегите! Сука. Теперь да ни хер дойду и ни хер попадешь. Патроны просто так тратить не особо гуд. Так что будем ждать. Десятка. Как-то мало, знаете, я могу идти. Прям весьма... О, этот остановился. Если не пойдет, будет ему конец. Ты же не пойдешь, блядь? Ну вот куда вы идете? Вот скажите, вот. А, блядь, он, наверное, сейчас вниз пойдет, да? Сука. Проценты есть? Минус 2. Ну ничего, я с вами, друзья. Двери, я как вижу, дверь здесь вообще не закрывается. Можно, пожалуйста. А, да, да ты замедлился. Можно чуть-чуть, прям вот капелюшку так побыстрее, блядь. Попаду? Ну, по идее, тут уже расстояние есть. Отличный ход. Так, 31%, держу в курсе, кстати. 31 урон, вы представляете? 31 урон. Да куда ты летишь-то, а? Дай мне тоже полетать. Куда он летит вообще? Ну, правда. Ну, давай. Ну, что же ты так долго идешь? Зачем? Сейчас что-нибудь придумаем. Ну, вообще, куда он идет? Для меня, чем дальше он от меня, тем хуже, потому что если он уйдет слишком далеко, это значит лишь две вещи. А именно, он может вызвать подмогу, что меня не радует вообще. Блять, я не попаду по нему. А хотя... Не, он уходит. Надо было сразу плазме надо было. Пиздец. Ну, все. И заканчиваются у нас все ходы, и отлично. Что это у нас? Повреждены. Повреждены. То есть здесь есть поврежденные детали. Здесь работает лифт. Меня это уже радует, знаете ли. Это уже значит, что тут не все так плохо. Тут уже не так все плохо. Блять, ну здесь ничего нет. Хотя стоп. Нет, это компьютер. Погнали вниз. Посмотрим, что у нас здесь внизу. Сейчас есть секунду. На первом оставляем. Так. Сохранюсь для чего? Починка у нас не удалась, но я, пожалуй. Сохранюсь. А, сохранить 10 не работает. Первый день можно, в принципе, уже. Блять, загрузить, долбоёб. Загрузить, да, загрузить, 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 да, загрузить. Сейчас загрузим, блядь. Навык ремонта. Почему? Мусор есть. Всего понемножку, ну. Чини, пожалуйста. процента, возможно, сейчас я бесконечно буду загружаться и получу сейчас 2-3 раза попробую.
2-3... Ну куда ты идешь? Ну куда ты идешь? Куда ты идешь? 2-3 раза попробую, если так не получается, то ладно. Может понадобиться новый предохранитель. Хранитель-предохранитель. Где мне тебя, блядь, взять-то? Ладно. Погнали. И сюда тоже зайдем. Не зря, кстати, я это сделал, потому что я сейчас могу одним выстрелом всех ушатать. Так, посмотрим, что у нас здесь. Пусто. Кровать. Что, мутантам тоже надо спать? Ладно. Так, давай покалякаем с тобой. Понимаешь, туда попасть? А зачем мне попадать туда, если я могу поговорить с ним через решетку? Скажи мне. Что здесь? А ничего. А ты чего ожидал? Я украл немного воды, ну я же хотел пить, я никому не подал. Ты взял больше, чем надо, под... Ну ничего, я тебя увидел отсюда. Ага, пошел. Пошел я, да, выводить тебя. Потом надо будет вернуться. Сейчас еще найти, на каком этаже, блядь, у нас водяная станция, да, находится? Так, оружие у нас сразу же здесь получается. Где у нас? Вот у нас. Я иду к вам, ребят. Тюни! Братюни! Хорошо. Давай, давай обниматься. Ты же хочешь обняться. Промазал. Промазал, промазал. Грустно, грустно. Я заметил, первый попадает без промаху, второй попадает, пошел я нахер. Вот о чем мне говорит второй. Сейчас до тебя долети, дружище, не волнуйся. Не долетел. Хорошо. Так, отлично, отлично, отлично. Ну куда же ты побежал? Ну что же ты? Зачем ты убегаешь от меня? Скажи. Ну я хочу похилиться. А, так. Зачем же ты от меня уходишь? Что же я тебе такого сделал, дружище? Опять, да, ходов могу? На 6, да вы меня балуете. Еще могу. Дружище, да тебе конец. Наверное. Понял тебя. Надо было доходить до него. Можешь сразу бежать, да? Так, здесь он замедлится, как я понял. И жестко, кстати, замедлится. Мне нужны предохранители. Где мне их найти? Вот это уже вопрос века, знаете ли. Буду по одной попытке вот так вот стрелять по нему. Я заметил, что ты сейчас хочешь сказать свое последнее слово. Найс. Хорошо, значит... Кстати, я их не смотрю уже, блин. Ну что ж вы такие голые, скажите мне. Хорошо. Так, заходим сюда, к лифту. Заходим же? Заходим. Сохраняемся, посмотрим, во-первых, сколько у меня характеристик дали. Сохранение на пустой, как это назвать-то, 17. Так, окей, дальше мы смотрим по характеристикам, что у нас. Сколько осталось опыта? Всего лишь 300 опыта нужно. Ой, извините, Люсь. Так, заходим. Давай. Давай. Ну-ка, чуть-чуть.
Ну зачем ты закрываешь дверь, скажи мне? Зайди в лифт. Второй. Не вижу ничего полезного здесь. Третий. Кто там мертвяк? Опа. Это у нас что такое? Хорошо. Не надо меня палить. Спасибо. И здесь трое. Граната есть. Граната есть. Граната. О, кстати. Стой. Эта комната была уже разгромлена. Спасибо. Или разграблена. Блять, разграблена. Понял. Разграблена, значит. У меня вот одна проблемка, знаете ли. Во-первых, надо перезарядить тебя. Подожди, сколько ты у меня заняло? Было 40. Стало 28. Бля, 10 энергия, да? Хорошо, сейчас в одну руку мы возьмем гранату. Терячка действия, я смогу две гранаты кинуть. Урон какой? 15.35. Прям в середину. Так, минус ноль, понял вас. Отойти. Так, этот откиснуть сейчас может. Я специально закрыл дверь. Чтобы, если что, они не смогли выйти. Чтобы никого не вызвать. Но вот то, что их трое, меня немножко расстраивает. То, что мне придется сейчас тратить все хилки свои, да. Это гениально. Это просто шикарно, скажу честно. Меня еще не смогут все бить. Это просто шикарно. Блять, смогут. 40? 40, да. 40. Блять, это даже не смешно становится. Хорошо. Это, ну, не смешно, серьезно тебе. Ты слишком близко, я не пойму, дружище, скажи мне. Я не потерял хп, я не знаю почему. Окей. Окей. Блядь, да хоть бить-то. То, что пуля проходит сквозь, меня это напрягает. Серьезно говорю. Так, этот, ладно, в тупик в любом случае зайдет. Этот чип я заберу. Мне нужно еще найти где-то предохранитель. Сука. Еще надо вот посмотреть, что это за чел. Как же она далеко летит? Минус 2%, да? Минус 2. Теперь заменим, блядь, на нормальное оружие. Во-первых, нож пос... Нет, не нож. Где моё? Копье. Копье. И возьмем нормальную пушку, блядь. Нормальную, отличную пушку. 50%? 50%. Прикалываетесь? 50%? 50? Я запомнил. Окей. Что у нас? Дополнительные очки. Мне нужно сейчас ремонт. 53.
А, натуральное красноречие. Вот красноречие, в принципе, можно было, но сейчас мне нужно легкое оружие. Это пестоли. А тяжелое это что? Ой, нихуя себе. Ой, энерго тоже. А, понятно. Я понял, я-то думаю, в чем проблема? Ладно. Ремонт, наука, ловушка. Ремонт я сделал. Красноречие, бартер. Азартный чудо, бартер. Это что у нас? Нет, торговля. А я не могу вот это качать? Серьезно? Вот какие есть, такие будут? Ну ладно. Легкое оружие, еще 5%. Нет, 2, наверное. Хотя, стоп. Холодное оружие. Тоже нужно. Готово. Теперь, вот это я заберу, пожалуй, вас. Люди мои добрые. Вы получаете за то, что достали водяной чип. Я достал водяной чип. Хорошо. Теперь мне нужно, знаете, куда идти? Правильно, мне нужно выбираться отсюда нахер. Так, а, стой. Хоть это уже было разграблено, но на всякий случай лишним это не будет, знаете, сами. Так, с ними сражаться это как не знаю что. Так, идем. Мне нужен Подожди. Пусть открытым пока останется, я хочу понять, почему здесь есть свет. Не работает, не работает. Сломано все. Мне нужен обычный предохранитель, мне больше ничего не нужно. Беги туда, может здесь есть предохранитель. Если есть предохранитель, то в принципе у меня есть шансы починить. Не работает, блядь, ну ладно. Некрополь мы немножко оставим без водички, да? Надо еще сейчас сходить. Сходить, знаете, к кому? Надо сейчас будет сходить к друзьям нашим. Кстати, а где это было? А куда он меня тут раз привел? Так, на всякий случай, давайте сохранимся. Я останусь на первом дне. Я же сохраняю. Да. День первый, хорошо. Еще раз попробуем починить. Не получается, значит, надо сходить к этому. Че? Надо. Значит, надо будет сходить к нашему другу, который, да? Так, этого я сейчас взломаю. Это я взломаю, это ладно. Не факт, что я сейчас взломаю, это, конечно же. Че? А где моя ключ? Вот они. Я его просто сейчас взломаю, он сам куда-нибудь да пойдет. Все? Не дай не делать скрыть замок, сука. Не дает скрыть замок. Да какой здесь уровень нужен? Не то. Это ничего не даст. Сука. Какой уровень сложности здесь у этого взлома? Подожди-ка. А, взлом 20% мне всего? Я думал, у меня взлом побольше. Ладно. Так, ладно, дружище, мы без тебя сейчас отойдем. Ремонт. Ремонт, ремонт, еще раз ремонт. Так, нужно тогда узнать, где у нас могут быть предохранители и вскрытности надо упаливать.
А, то есть я мог как бы без скрытности это делать, да? Ладно. Так, где у нас там люк, так, мне нужен при... А, давайте сюда зайдем. Чего нет-то? Я хотел бы с вами поговорить. Предлагаем исцеление тела ради исцеления души. Могу я тебе помочь? Кто вы? Мы чадо собора. Мы живем и работаем в этих бесплодных землях. И если когда-нибудь будешь в могильнике, посети собор. Спасибо. А, чем ты занимаешься? Мы целители и учителя. Мы лечим тела, чтобы исцелять души. Мы собираем лишь скромные пожертвования, чтобы оплатить расход на лечение. Это святое дело. Мы трудимся, чтобы в этих бесконечных землях воцарил мир. Все существа должны жить согласно согласии друг с другом. Спасибо, хорошего дня. Окей. Я, пожалуй, вас одолжу книжки, если у вас есть, конечно. А ты мне по что скажешь? Спасибо. Уваливаем. Окей, предохранитель. Где я могу, блядь, найти предохранитель? Скажи мне. Что это тут написано? В нем были когда-то журналы для взрослых. Интересно. Окей. Так, зайдем сюда. Как раз светло у нас, отлично. Сейчас погодка шикарная, я так думаю. А. Без проблем. Проблем не надо было, но придет сейчас сделать тебе про... Блядь, здесь всего два выстрела, да? Как-то надо уваливать. Он это услышал, да? Бля, друзья, не надо, пожалуйста, я ничего не сделал, я хотел посмотреть, есть у вас книжки или нет, все, ничего не буду делать. Друзья, не надо, блядь. Чё, без пенечек? Эй, а чё так нечестно? Так нечестно. Блин, здесь всего два выстрела, блядь, я забыл, что это русло. А чё я не хожу-то, ё-моё? Друзья, я ничего не хотел. Но они, в принципе, до меня больше не дойдут, кстати. Так что ладно. Не дойдёшь же? Ну да, они больше меня даже не ударят. Я же чё, знал, что это твои вещи-то? У вас здесь вообще пиздец какой-то творится. Здесь так грязно, что... Нельзя понять, где у вас свои ваши вещи, где у вас не ваши вещи. Так что тут на меня не надо ничего. Я ничего не говорю. Либо он сейчас сократит, а мне нужно просто свалить вон туда, вниз. Вон он, люк красивейший. Но вот знаете, вот тут понятия не имею, что можно сделать такого интересного. Я могу с ними расправиться, но мне это нахер не надо, согласитесь. Как и вам. У меня плюс еще стимуляторов не так много. Отлично. Можно ускориться? Нельзя. Ну ладно. Возможно, мне... А, блин, я мог сократить себя. Ну, блин. Кто ж знал, а? Ну, я точно не знал. Так, ну там где-то шестерка у нас, да, по шагам, либо семерка. Как раз у меня потом еще два этих останется, так что ладно. Они точно за мной не пойдут, это бессмысленно для них. Этот люк я, кстати, не трогал, так что сейчас узнаем, что в том люке. Пятерка даже. Шикарно, так, это что у нас? А, ясно. Интересно, почему я не открываю люки, когда из них... Подожди, а где? А, точно, там же в здании, блядь, каком-то. Так, этот-то я нашел, да? Водяной чип. Осталось только подумать, как это все можно починить. Так, где там, друзья мои?
Вот сюда, если не ошибаюсь. Да ну, ну давай, ну ты что же ты? Стоп. Пусто. Пусто, 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 пусто. Грустно, 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 грустно. Откуда же мне было знать, что правда? Мне нельзя ничего здесь трогать, а? Мне нужен предохранитель. Где мне его найти? Я бы сейчас с радостью им помог, но как мне... Так, где он там? Пусть бежит сюда. Главное, чтобы они не засекли, что у меня есть водяной чип. Я понял. Спасибо за удачу, конечно, но, блядь. Предохранитель. Давайте посмотрим. У нас здесь все равно есть несколько городов. Все равно я этот уже забрал. Где выход? Нет, не здесь не выход. Мне сейчас сюда. Тем сюда. Ну давай. Ну ты что же ты делаешь? Хорошо. Где у нас там подъем был? Ну тут. Ну беги ты, ну что же ты делаешь? Скажи мне, что же с тобой не так бывает иногда? Вроде нажал, что поднялась, а вроде не поднимается. Это что сейчас было? Друзья мои хорошие, вы же меня не тронете? Это я где, блядь, вообще? А, это я немножко не там вылез. Ну ладно. Так, возможно, у кого-то из барыг будет предохранитель. Так что давайте сейчас свалим отсюда ненадолго. Бля, где выход? А вот выход. Ну давай, ну что, вот что с ней происходит иногда? Вроде хочу, чтобы она куда-то пошла, но она никуда не хочет идти. Арррр, блядь. Ну рычи, рычи. Так, давай. Теперь в хаб. Теперь можно сюда спокойно сходить. 18 января, сколько мне там? 116 дней, то есть у меня еще где-то 30 дней, если есть, то это будет шикарно. Я удивлен, я удивлен. Хорошо, хаб. Вход, старый город, центр, высота, торговцы водой. Да нахер мне торговцы водой. Так, во-первых, оружие из рук, вот это, скорее всего, поменяю сразу. Теперь мне нужны торговцы, товарищи мои любимые, хорошие. С рейдеры? С броней какой-то шикарный. Мне нужны торговцы. И желательно с предохранителями. Пока никого такого похожего не вижу. Да что здесь написано? Вы видите вывеску. Красный караван. Так, это как там, куда меня хотели, чтобы меня, да. Понял, нахер это? Вот. Сюда мне надо. Я хочу покалякать. Что можно? Нет, не то, не то. Блядь. Хотя мне освободить инвентарь немного в любом случае надо. Так что тебя мы продаем. Ты мне деньги дашь только, скажи мне честно. Он мне деньги не дает. Вот каждый раз я вот так вот делаю, и мне деньги не дают. Ну, то есть вот я сюда выбираю. Где у меня там деньги были? Вот, у меня 104, видите? Вот, вот они, мои крышечки. Предложить. Неплохо. Где мои деньги? Ну это пиздец. Это наеб... Это... Блять, я же за предохранителем. А, может надо предлаг... Счетчик Гейгера. Сенсор движения. Научная книга. Нихуя. Это сколько стоит? 200. А где мои деньги все? Мне нужен предохранитель. Солнце. Чё? Суперстимулятор. Дальше. Веревки. Ядеркола. Инструменты. Рация. Антирадин. Топливо.
А где мои деньги, я не пойму. Боевой нож. Так. Я не пойму, вот это мои деньги или что это? Крышки из бутылок. Чем они являются? Крышки от бутылок. Спасибо. Я понял, что это крышки от бутылок. Как это работает? Где моя тысяча крышек? Тысяча. Где моя? Ладно. Я немножко расстроен. Так, мусор, понятно. Дружище, что ты мне можешь еще предложить? Я хочу кое-что купить. Отлично, у меня все, что есть. Например. Вот, я захочу купить это. Как мне это забрать? Все. А, блядь, здесь обмен такой, сука. Спасибо, что мне объяснили. Тридцатка, ясно, блядь, херня. Мусор, сорокет. Пистоль, да? Три сотки, да? Отлично. Вот оно, значит, как здесь у нас получается. Что происходит? Это не мое. Так, давайте еще раз ее изучим. Проверим, сколько у нас навык ремонта. Ремонт у нас 53%. Ну, теперь я понял хотя бы как тут... Так, вы узнали много... 57, хорошо. Теперь мне нужен еще один. Заем, да нахер мне уже заем? Ганс, нет, оружие мне такое сейчас не надо. Хотя, стоп, патроны. Патроны, во-первых, а во-вторых, мне еще, ну вот, нету предохранителя. Где мне найти предохранителя? Этот я нашел, я не хочу оставлять людей, хотя это как сказать, людей-то. Чем могу помочь? Можно задать тебе вопрос. Ну, не валяй. Не валяй, дурак. Конечно, можешь, не валяй, дурак. В городе есть опасные места, расскажи мне о торговцах. Во! В городе три гильдии торговли водой. Красная, караван и дальнобойщики. Все вместе они управляют городским светом. Кто тебе интересует? Торговцы водой. Им принадлежит вся вода в городе, они жадные и мелочные, и работа у них паршивая. Я бы не стал на них работать, вода всегда им принадлежит. Нет, рассказывали, что когда-то группа торговцев захватила водонапорную башню, они объявили, что теперь люди должны покупать воду у них. Наверх, пожалуйста. Наверх. У них, против них выступают другие торговцы. Прошло много лет, прежде чем человек по имени Рой Грин, дедушка Джастина, помог враждующим сторонам заключить мирный договор. На чем они сошлись? Грин убедил городской совет и запретил поднимать цены на воду. Но по мне, лучше бы он выбил из торговцев водой всю их дурь. Извини. Просто нужно было показать им, кто в городе главный. Да, боюсь, для меня информации даже слишком много, но все равно спасибо. Красный караван. Красный караван. Те еще психи берутся за любую работу, даже самую опасную. Удивительно, что еще не лишили всех своих караванов. Что продают? На самом деле у них-то у всех торговцев продают караваны, дальнобойщики просто не повезло. А чё? У всех торговцев пропадают караваны. Дальнобойщикам просто не повезло. В чем заключается опасность? Они выбирают самые опасные маршруты, ходят через районы, где полно налетчиков. Красный караван хорошо платит за... Так что люди к ним идут, только вот стоит им...
Стоит ли твоя жизнь этих денег? У них тоже пропадают караваны? На самом деле у всех торговцев пропадают караваны, дальнобойщикам просто не повезло. В чем... А, спасибо. Дальнобойщики. Дальнобойщики неплохо платят, и работу у них не слишком опасная. Дела ведут честно, лишнего себе не позволяют. Главное у них бу... у них... Главное у них Буч наверх. Буч хороший парень. Эта лавка, кстати, ему принадлежит. Кстати, если работаешь на Буче, получишь скидку в этом магазине. А, городской совет. Совет состоит из 6 человек. Каждую гильдию представляет двое. Ладно. Все решения принимаются большинством голосов, поэтому решили они так, хорошо. Спасибо за информацию. Так, теперь еще раз покалякаем с тобой. Что-то можно, что можно у тебя купить? Купить патроны бы мне. Крышки. Зачем мне крышки? Так, а что у нас? Картечь? Шарики. Спасибо, блядь. На охотничье. Если бы ты мне сейчас предложила... Эта броня сколько стоит? Ой. Две тысячи. Твою дивизию. Это что такое? Кувалда. Нет, у тебя ничего нету, да? Сколько это стоит? 200 монет. Ты 400. Крышки пошли нахер. А, крышки это типа дополнительно. Ты 900. Ты 1000. Да у меня, в принципе, патронов-то не хватит. Вот даже мне стало интересно эти. Понял. Так, спасибо. Какая же громкая игра резко стала. Так. Лично туда я не зайду, потому что это опасно. Мне нужны полиция. Нет, нет, еще раз нет. Мне нужны... Что мне нужно? Вот что мне сейчас нужно? Вот это что у нас? Дружище, да, предохранитель. Угу. Предохранитель, где я могу тебе хочу купить. Уникальная упаковка со странным неизвестным препаратом, вероятно, военного производства, а не для повышения бытового... Нет. Солнце. Инструменты. Рация. А нахрена мне рация? 600? 900. 900. Нож сколько? 40 ушел нахер. Пистолет сколько? 290, понял. Ты сколько? Понял. Ты сколько? Единица, спасибо, блядь. Ты сколько? 80, понял. Оружие сейчас вообще смысла нет продавать, да? Просто инструменты, и это пригодится, я думаю, для ремонта, да? Блядь, она равно косарь стоит. Если б я знал, что это так работает, но я не знал, что это так работает. Так, одну, 200, окей. Фонарь мне вообще нахер нет. Патроны, понятно. Это тоже понятно. Патроны мне нахер не дались, но я их заберу. Так, это косарь.
Ну, дробовик у меня, блядь, ну, дробовик, если бы не так перезаряжался долго. Сука, мне сейчас нужно понять, зря я это делаю или нет. Я же вам предлагал это ружье, да? Что это такое? Жене определяет движение биологического материала на расстоянии нескольких метров, использует небольшой радар. Различные. Да хер мне эти ваши науки. За 200 монет здесь ничего нет. Ну ты, блядь. 600. 344. Так, немного патронов как раз таки тогда. Еще 44 монеты. Эти патроны должны мне нахер не сдалить. Эти пригодятся патроны. Сука, серьезно? Мусор мне еще пригодится для починки. Мне нужно, наверное, еще где-то мусор найти тогда. Отлично. Предложить. Хуёвый из меня обмен. Обменщик, конечно. Но хотя бы ремонт. Давайте уваливать от этого. В некрополь опять придется сейчас пиздовать. В некрополь. Офигеть, уже как много времени прошло. Ну, либо просто закончить игру. Почему нет? Вот ты, блядь. Она вроде недалеко, но при этом она не, ну, не может ходить. Что с тобой не так? Так, пусть бежит. Возможно, здесь кто-то тоже. Куда ты, блядь, полетел? Так. Здесь еще много мест, которые я не нашел, да? Сейчас в некрополь. Быстренько. Заканчиваются. Подожди, а что там по пибою уже? У нас еще 100 дней, блядь. Что ты, что я это уже выполнил? Дай походить немножко. Кажется, я могу вообще перед ним ходить сколько хочу. Ну да, мне нужен предохранитель, но я хер его пойми, где его искать, да? Не могу починить по причине того, что... Угу. А чип у них вот этот, да? Сука, если бы я знал, как это, но я не знаю, как. Я же пойду, да? Да. Ну, ладно тогда. Погнали. Предохранитель я тут не нашел. Предохранитель я тут не нашел, значит, надо уваливать тогда уж. По идее, они спокойно могут тогда сюда ходить, у них... Хотя, странно. Давайте сюда зайдем по пути, все равно у нас там времени сейчас предостаточно. Узнаем, что тут у нас, может, здесь есть предохранитель. Потому что без предохранителя эту херню не починить. Это что такое? Госпиталь.
Опа. Здравствуйте, это что у нас такое? Это тоже у нас? Как дела? Нормально у тебя? Поговори с тем парнем, его зовут Флэш, он тебе поможет. Спасибо. Осторожно с доком, иначе мне придется тебя охранить. Сохранимся. Загрунимся. Так, это я пока оставлю. Драйв пошел нахер. Что здесь делаешь? Твой босс приказал мне спуститься. Не груби, кретин. Смотри, что у тебя... Смотрю, как у тебя дела. О, ладно. Что ты делаешь? Расчленён, кожа почти готова, я отправился в хай. Зачем? Боб продает, люди едят, что он не ясно. Извини, ничего не туплю. Я тоже не иногда туплю. Я что-то, о чем мы говорили? Я не помню. Всего доброго. Я все понял. Здесь я не найду предохранитель, мне так кажется. Это страшно. То, что я сейчас услышал, это страшно. Так, тут вообще говно, если честно, место. Предохранители тут... Тут есть где-нибудь... О, магазин. Где вход-то? Вы видите здесь вход? Я вот не вижу, блядь. Как мне зайти внутрь? Секунду. Может, с этой стороны? Блядь, где тут двери? Деревянная стена. Стальная стена. Деревянная стена. Ну тут нет двери, блядь. А, кажись, вот это единственная стена. Единственный вход, который есть, да? Понял вас. Не зря сохранился, надеюсь. Чем я могу помочь? Ты владелец магазина? Точно. Может, не такой большой, как тот, что в хабе, но люди обычно находят здесь все, что ищут. Ну, здорово. Чем могу Ну и совпадение, черт меня возьми. Магазин здесь как раз для этого. У нас есть практически все, что тебе может понадобиться. Давай я тебе покажу... Какой ты бесполезный. Ой, так, ладно. Ладно, давайте. Гизмо? Блядь. Серьезно? В чем проблема, скажи мне? Ясно, ясно. Это будет долгое путешествие. Ну что же, идем тогда мы куда правильно. Блять, магазин такой бесполезный. Если был под предохранитель, если б я нашел, я бы ничего не говорил. Ну что ж, придется так закончить непонятно. Не понял? Придется так закончить непонятно этот. Блять, да? А так Fallout. Я могу так прибежать, интересно. А двери-то все открыты у нас, да? Ну что же, давайте идем и сдаем водяной чип. Бежище 13. Через горы, по горам, по верхам, вообще хер пойми как, но мы идем. Сейчас у нас закончится энергия, конечно же, да? Red Scorpion, а пошел ты знаешь куда?
Правильно, туда, прям вот его. Ладно, хер пойми, куда он сейчас пойдет, но мне точно идти, блядь, поп хотя бы. Ну, спасибо, что меня больше не атакуют. Я безоружный, что ж вы со мной делаете? На всякий случай просто возьму сразу. Это может пригодиться, как-никак. Также сейчас буду немножко по диагонали направо, чтобы... Что? Правильно, Себастьяна сделать небольшую. Сделать небольшую Себастьяну. Так, за победу над врагом без единой царапины вы получаете 250 опыта. Спасибо. Как приятно с вашей стороны. Ну да, я почти дошел. Угу. Мне вот, кстати, интересно, а вот все... Ну ладно, по крайней мере, 13 убежище просто в пещере сделал эту. Как его зовут-то? Просто в пещере сделал... Убежище само создало. Так что вот вопросик. Почти дойду, кстати, не до... А, нет, я думал, я не дойду. Так что ладно. В убежище... Давайте отсюда начнем. Так, оружие я пока поменяю. Так, а вот это кто вообще? Это первый человек, который отсюда хотел уйти? Кости. А это кости, офигеть, вы представляете? Как мне зайти? Так что ли? Прикольно. А... Ну ладно. Знать, где предохранитель. Ой, то есть. Прикольно. Где у нас смотритель наш? Как тут чисто вы Ну серьезно. Они почему-то не открываются самостоятельно. А где у нас там три этажа жилой, то есть значит на третий. Водяной чип у нас встает вот здесь, да? Или здесь? Компухтер. Компухтер. Я могу каждый компьютер тронуть? Прикольно. Сейчас тронем, подожди. Где основатель-то? Куда вставить? Куда его припендюривать-то? Вы могли бы получить больше информации на этом терминале, используя более научный подход. А может здесь есть предохранитель? Эта кладовая выглядит пустой, чем раньше. Судя по всему, убежище потребляет запасы куда быстрее, чем могло себе позволить. Еда, что ли, здесь? Ясно. Бесполезно. 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 Что заберу? Я не жадный, просто к нам. Что такое? Фляга. Нет, спасибо. Фляга мне не нужна. 40 фляг, вы представляете? А все равно здесь когда-нибудь все закончится, что за припасами придется в любом случае ходить. Так. Куда мне... Ну, в прошлый раз он был здесь, да? Кто это? Гражданин. Офицер. Граждане дают. Более научный. Какой научный подход? Вы о чем там кнопки? А, вон он, блядь. Вот он сидит, сука. Блядь. Спускайся, дед, блядь. Тебе удалось найти чип? One second.
Оки-доки. Минуточку, сейчас чип инициализируется. Вот. Пошло-поехало. Внутренняя проверка зеленый. Перезагрузка прошла успешно. Ха, заработала! И у нас тут есть герой! Ха-ха-ха! Тебе удалось нас спасти. Убежище спасено. Ты можешь по праву гордиться собой. Но теперь мы должны выслушать твой отчет. Проведем заседание в библиотеке. Заседание, блядь. Какое заседание? Вы о чем? Ты что там сидишь? Так, ну все. Вы повысили свой уровень. Все, мне теперь могу ходить где угодно, когда угодно, зачем угодно и почему угодно. Ну ладно. То есть, в принципе, мы закончили игру. Интересно. Теперь эта игра бесконечна. Ну ладно. Так, ну библиотека. Какое заседание в библиотеке? Вы о чем? Ну-ка, отойди. А все? Ну что ж, я, конечно, попробую найти тот самый. Ну, вы поняли, я думаю, тот самый предохранитель, но это уже будет без вас. Хотя, возможно, нет, потому что что-то как-то... Блять, какое заседание? Ты о чем? Какое заседание? Возможно, мне к экрану надо подойти. Секунду. Просто не особо понятно, что от меня... Блять, иди. Что от меня требует? Ну что ж вы такие широкие, а? Спасибо, блять. Да разные данные. Так, вы играете с компьютером немного, но понимаете, что нужно некоторые научные знания, чтобы... Ладно. Ну что ж, давайте заканчивать, потому что я не особо понимаю, что от меня сейчас хотят. Я могу здесь всех перебить, но зачем мне это, согласитесь? В принципе, игру можно сказать, закончили. Пи-бой у нас есть. Ну, главная задача выполнена. Не вижу смысла продолжать пока что. Ну вот, заседание. Я могу с вами покалякать? Ну что, похож? Ты совершил подвиг, моя дочурка. Мечтать такой же, так и правда, я не знаю, понравится ли мне это. Никто не думал, что ты справишься, но теперь в тебя верю. Ну что ж, давайте заканчивать. Понял. Ну да, давайте заканчивать, потому что что у нас здесь? Сейчас еще раз к смотрителю подойду, если ничего не увижу, то все. Закончим на этом нашу шикарную игру. А, ясно. Все? Так. Да, я просто хотел тебе сообщить, что наша система водоснабжения стабилизировалась. На самом деле, мы даже понемногу восстанавливаем запас воды. У тебя все отлично получилось. Я правда немного озабочен. Меня очень обеспокоил твой отчет. Его содержание я имею в виду. По правде сказать, они меня до смерти напугали, эти мутанты. И я кое-что тут подсчитал и, скажем так, пришел к неутешительным выводам. Популяция мутантов куда больше, чем можно было бы получить при обычном естественном приросте или мутациях у обычных людей. Это наводит меня на мысли о... Я, честно сказать, и сам не совсем понимаю. Но, кажется, кто-то специально производит новых мутантов, и притом с ошеломительной скоростью. Должна быть где-то лаборатория. Именно. И как ты, наверное, догадываешься,
Ни одна из этих мутаций не могла произойти естественным путем, даже с учетом послевоенной радиации. Что я должен сделать? Сюда? Пока кто-то производит враждебных мутантов с такой скоростью, под угрозой сама безопасность убежища. Найди эту лабораторию и уничтожь ее как можно скорее. Ты даже себе не представляешь, как я сожалею о том, что должен снова посылать тебя туда, наружу. Честно, я сейчас не особо хочу искать. Я сделал главное задание, и меня сейчас особо не волнует, что кто-то у нас создает мутантов. Я бы сказал, это небольшое дополнение, но насчет Fallout именно первого я думаю закончу. Я думал, основная задача у нас была в виде этого. Что это такое? Так, ладно. Основная задача у нас была с чип. Так что я чип сделал, а мутантов я особо не хочу искать. Плюс я уже знаю, где их найти. А именно у сверхмутантов тех, чтоб меня отправили к тому мужику. Там, короче, какой-то в фиолетовом плаще был. Ну ладно, с этим как-нибудь потом. Ладно, давайте заканчивать с Fallout'ом и потом перейдем спокойно к Fallout'у. Возможно, Fallout'у второму, но мы посмотрим. Я точнее посмотрю, так что. Ладно. Итак, всем пока, с вами был Стал. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. До следующей игры и всем пока.